в следующем году можно попробовать как вариант предложить нашему городу, чтобы, ну, может быть, эти ветки не выкидывали, не увозили на помойку, а все-таки попробовали отдать, например, всяким салонам цветочным, а там они тоже этим занимаются. То есть, как бы там мастерицы, которые, наверное, еще круче и качественно это все сделают, потому что для меня это было, ну, такой какой-то быстрый способ себя реализовать и попробовать. А там есть мастерицы, которые очень круто работают с натуральными материалами. И можно просто каждый какой-то определенный объем деревьев раздать мастерицам по городу.